Меня зовут Артем Батрак. Ну и сразу скажу, что очень внимательно нужно следить за тем, что мы будем выдавать в этой трансляции в плане графики турнирной таблицы. Вновь файтеры идут в атаку. Вновь щелчок один, второй. Так, а вот если добавить, а тут передача на дальний бросок с острого угла Бурдасова не зашла. Передача на Воронкова. Вошел Дмитрий и по широкой вылез. Так, не забил. Не забил, но там очень крупный, конечно, ворот Владислав Варламов. Снова Воронков, плюс конек, неудачно. Бросочек низом, добивание от Артема Башко, 1-0. 1-0, бойцы выходят вперед. Но видите, конечком подыграл, дальше Варламов не успевает, и нужно было только попасть. Она, там, знаете, как она до Варламова вообще не дошла, она сразу попала Артему в конек. Ну, слушайте, с хоккейным прошлым, серьезным достаточно, плюс в форме, поэтому легко разобрался. То самое, да, позиционное, нападение. Так, а вот это уже быстрый ответ. Данил Кошелев налево отдает, но нет замыкания. Так, вот бросок, ух, мимо. Виталий Нестеров не попал. Снова шайба у Нестерова. Ворота объезжает. И на пятак. А здесь теперь уже это, наверное, будет выход на один от Воронкова. Дмитрий не забил. Не забил, ну так. Башко в ноль побежал. Так, смотрим на Артема. Это 2-0. Дубль Артема Башко в этом матче. Оба раза низом. Ну, если в прошлый раз пустые, то сейчас просто между ног. Смотрим еще разочек. Вообще никто не мешал. И Артем вот так вот. Высокий вратарь пока будет опускаться. Артем понимал прекрасно и низом отправил ее ему между ног. Красота. Ну и у нас коммерческая пауза тем временем. Вот первая в этом матче. Сейчас мы пока смотрим повтор. True Fighters пошли в атаку. Атака скоростная. Копейкин тут 4 в 2. Вообще скидка назад. Воронков отдает. Чинаков забивает. 3-0. Егор Чинаков. Ну, получилось у ребят разыграть здесь на, как говорится, раз, два, три. Все в касание. Ну, а 3-0 вот к 14-й минуте, в принципе, лишь тому подтверждение. Егор Чинаков делает счет 3-0. Приехал в чужую зону. Классная передача в центр. Ищенко. Штанга. Вот момент у звезды России. Момент классный. Поехал Воронков. Воронков один. Чинаков помогает. Воронков сам бросил. Не попал. Ившим налево. Ну, все проходит. Все проходит. И пустые Шуми Бабаев. Шуми Бабаев. Пустые ворота. 4-0. Причем Бабон говорил перед стартом матча, что сегодня забьет Шуми Бабаев. Ну вот он и забил. Раз и все. Можно даже сказать, что в падении забивает Шуми Бабаев. Копейкин. Ну, нельзя. А вот теперь можно. И это Антон Бурдасов. Команда континентальных хоккейных лиг. Давайте уже просыпаться. Как-то Антон вот, смотрите, забивает пятую. Вот так вот забивает Антон. Смотрите, оп. Получает. И в дальний. Пожалуйста, Антон Бурдасов 5-0. Чтобы эти ребята забили, но пока надо обороняться. Алексей Раров, ну и все, вместе с сиреной. Бросает 5-0. Первый период. Крайне уверенно от True Fighters. Не знаю, посмотрим, что там звезда России сможет предложить во втором. Пока немногое получается. Так, центр скидка. Бросок штанга не забивает. Владимир Бурдун. Копейкин. Скидка налево. Так, Кондратов. Забил? Не, не забил. А то от синей линии. Опа, на дальнюю. Вот шанс у звезды России. Броска не последовала. Там Успарян ногой останавливал. Быстрый ответ от Воронкова. Гол. 6-0. Дмитрий Воронков.
то, что было до этого. Вот, вот здесь шанс у «Звезды России». Передача на дальнюю штангу от Ищенко на Каспарянца. Но в ответ побежал Воронков. Ложился уже Григорий Мурашов под этот... вот просто ложился. Там Воронков еще даже не бросал. Хотел удивить Дмитрия. Нестеров. Так, из-под защитников ближе. Так, противоход. Макс Сорокин атаковал. В атаку поехали файтеры. Красиво. И это пас, и это бросок Воронкова. Просто попадает в пустые. Да, там, конечно, угол острый был. Чинаков поехал. Забил. 7-0. Ну, тут прям уже крупно. Труфайтер практически все, что хотят, то и делают. Ну что сделать, да, такой вот это Григорий Мурашов, когда на него катится игрок из ЛПЛ. Опа, вот шанс, Ищенко в ноль, и красота какая! Станислав Ищенко, вот это разобрался, а! Вот это разобрался, просто молодец! Смотрите, принимает, вне игры нет, и вот тут в концовке, раз, ой, как здорово, а! Минус, последнее движение, класс. Оп, на неудобную, по-моему, резко на удобную и забивает. Ну и пас давайте отметим от Алексея Вяткина. Именно он вывел Ищенко 1-1. Бабаев. Правомостовой. А он на дальнюю, на Галаеву, и тот чуть было не забил. Вот момент у Ищенко, так и добивание, гол, 7-2, 7-2, еще раз Станислав Ищенко. Вот, смотрите, он и тут-то мог забивать, причем, да, не попал, но продолжил бороться, приехал на пятачок и там уже в пустые ворота шайбу отправил. Вот так, это было несложно. Копейкин. Минута оранжевой шайбы. О, гол. 9-2. Артем Башко. Хитрик и покер одновременно. Артем Башко оформляет хитрик в этом матче. Оранжевая шайба заканчивает свое действие в этом матче. Ну, если, конечно, еще не возьмут ее. В принципе, еще возможность есть и у одних, и у других. И воспользоваться, ну вот конкретно эта оранжевая, которая была взята только что, она все. Да, вот игра объявляет, что у Башко, да, 4 шайбы сегодня. Так что, молодец. Артем, у него и покер. Берут свою оранжевую, забивают 9-6. Ну, но вот так терять нельзя. Башко побежал, возможно, за пятый. Артем, выход 1-1. Забил. Забил Артем Башко. Это не пятая, а шестая даже. Это 10-я и 11-я. Просто я до этого такого не припомню. Два раза оранжевый. В итоге в первом периоде он сделал раз-два по одному. Во втором забил 3-4, но это 3-4 каждая за два. Труфайтерс воспользовались и своей оранжевой. Второй своей оранжевой. Первый воспользовались, второй воспользовались. Налет, может быть, ее кто-то задел. Мурдасов. Хороший перевод. Копейкин, Бурдасов. Ну, он может и бросить, но играет на Кондратова. Тот забивает 12-2. Ну, вот здесь прям было видно. Хотели, чтобы Никита Кондратов забил, он и забил. Никита Кондратов, не спешили, перепаснулись по чужой зоне. Ну, а потом Бурдасов Кондратова вывел уже на последний бросок. 3:30 до окончания матча. Скидывает Башко, ну-ка, если еще одно. Артем, добивание, два броска, не забил. НБСК, вот True Fighters теперь вторые. Звезда России, как были, так и остались ребята на последнем месте. Тут еще вытаскивает Мурашов на всякий случай. Ну и на этом у нас с вами все в этом матче. Так что поздравляю, True Fighters сделали то, что, собственно говоря, и должны были. Дальше у нас в 3 часа дня ХК-10, Х-17 и НБСК играют карусель между собой. Потом в 17:40 Hockey Brothers против Rocket Team. Важнейшая игра. Но тут все важнейшие матчи для всех, потому что там Hockey Brothers вообще чемпион прошлого сезона, может не выйти в плей-офф. Ну и заканчивать все в 8 часов вечера будет матчем Чисто Питер против АВСОВ. Там тоже все будет решаться вот для этих команд.